Господь, сегодня важный день. Самая массовая служба в году. 6 миллионов зрителей во всем мире. Добро пожаловать, доктор Джемстоун. Вся ваша церковь служит Джемстоуном. Как вам только не стыдно. Да вот. Не стыдно. Слава Господу. Почему отец не допускает меня к делам? Руководить мужское дело. Я мужик покруче Келвина. Тут спорить не буду. Приветствую тебя, Иисус. Спасибо, что позволил мне родиться в семье Джемстоуна. Я выросла в деревне. Проще говоря, она из нищебродов. Мои родители всегда усердно трудились. Мы не были богаты, но и не бедствовали. А мы и не спрашивали. Скучная, банальная история, что тут слушать? Темные злобные силы вступили в бой, чтобы уничтожить нашу семью. Господь всегда хранил Джемстоунов. Скажите «Аминь». Думаешь, служителя Господа легко обмануть? Я не дам себя шантажировать. А куда деваться? Я ведь уже тебя шантажирую. Если тебя заметут, про нас даже не заикайся. Еще угрожать мне вздумали. Ты меня обрызгал? Давай еще раз посмотрим, что будет. Вид у тебя в очках дебильный. Зачем ты их нацепил? Это модно. Спокойной ночи. День еще, балда. Может, Джонни Сизенс и прав. Эта семья покрыла себя позором. Что? Пап, ты только что швырнул в стену Иисуса. Нет, это же был каратист. Нет, это не каратист, это был Иисус.